Приветствую вас. Собственно говоря, есть страсти до тех пор, пока есть стресс, вы, скорее всего, будете снимать его вот таким образом. То есть, как бы вы выбрали для себя некий способ снятия стресса, да? Вот, и, соответственно, вы таким образом его снимать. Это, мне кажется, в данном случае нормально. То есть вы говорите о том, чтобы перестать это делать. Вы говорите о том, что не чувствуете себя мужчиной. Вы говорите о том, что как бы переживаете за то, как вы выглядите в глазах своей партнерши. Вот. Но при этом вы забываете о том, что у вас изначально есть стресс. И этот стресс является причиной того, что вы делаете. Поэтому, на мой взгляд, тут необходима работа именно непосредственно с самим стрессом, как с причиной. То есть, почему для вас ситуации, которые являются стрессом, являются таковыми. И до тех пор, пока вы будете видеть в этом для себя стресс, как бы, ну, будет необходимость его снимать. Условно говоря, если бы вы этого не делали, не делали того, что делаете, то вам было бы еще хуже. Поэтому, мне кажется, не так важно прекратить, как бы, именно снимать стресс, сколько важно работать над тем, чтобы сами эти ситуации перестали для вас быть стрессом. Вот. А в целом, я думаю, что подобный тип отношений, да, садомазохистический, так скажем, связан с, с одной стороны, потребностью в контроле, потребностью в границах, которые, может быть, вы сами не очень чувствуете и хотите, чтобы вам их дали извне. То есть, соответственно, если вы если помочь вам чувствовать лучше свои границы, то вполне вероятно, что вам просто не потребуется опять же делать то, что вы делаете, потому что в садомазохистических отношениях, условно говоря, вы просто чувствуете себя расслабленно, просто чувствуете себя комфортно и все. Вот. И, соответственно, идея здесь сама именно в этом. То есть в том, что вам требуется защита, и другого способа получить защиту для вас нет, ну, очевидно, да, как мне кажется, вот, поэтому, как бы, вот два направления. Первое — это, значит, работа со стрессовыми ситуациями, а второе — это работа с вашей потребностью в безопасности. Вот. А третьим направлением мог бы стать стыд. Вот. Это, условно говоря, некая такая потребность выглядеть определенным образом в глазах других людей. Вот. Но при этом вы, опять же, игнорируете себя самого, какой вы на самом деле. Потому что есть образ мужчины, вот каким мужчиной я должен быть. А есть то, каким мужчиной вы, условно говоря, являетесь. Это как бы две разные на самом деле вещи, две разные вселенные. Вот. Соответственно, вам нужно, ну, как-то вот двигаться в сторону того, каким мужчиной вы являетесь, а не тем, каким вы должны быть, потому что в этом направлении вы от себя отдаляетесь. Вот, вы начинаете тратить большее количество энергии для поддержания образа и, соответственно, еще больше погружаетесь в стресс. Вот. Такая вот история. Поэтому я думаю, что, в общем и целом, в таких направлениях вам нужно двигаться. Пока у вас будет стресс, какой вам смысл и стимул не делать того, что вы делаете? Вы сами говорите, что не хотите, что важнее снять стресс. Это правда. Так устроен человек. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.